Всем привет! Я Илья Лобанец, и вы смотрите очередной выпуск Iron Blog. Сегодня я вам покажу другой вариант моей программы «Все по 40», но выполнять мы будем уже в домашних условиях. Тренировку начинаем с разминки. Сгибание ноги в колени, прямо в упоре лежа, ноги закидываем на диван. Прыжки с касанием ладони и бедра. Прыжки с переносом прямых ног из стороны в сторону. Выполняем то же самое упражнение, только теперь у нас стойка на локтях и выполняем его захлёстываемыми кольями. Наклон с касанием пола одной рукой. При выпрямлении ноги ставятся вместе. Подъемы колена на касание противоположного локтя. Поворот корпуса в упоре лежа. Остаемся стоять на одной руке. Подъемы в упор лежа из положения стойки на локтях. Прыжки в сторону. Ноги вместе, ноги врозь, из положения стоя на локте. Присед и отведение ноги в сторону. Выпады с махом ногой. Так как пол жесткий, для следующего упражнения лучше взять подушки. Подъем с колен. We'll be right back.
Выпады в сторону. Выпады на одной ноге. Подъемы таза лежа на полу. Присед с широкой постановкой ног и подъем согнутой ноги в сторону. Подъемы ног по типу березки. Руки по швам. Так, сейчас выпрямляем ноги и поочередно поднимаем воздух, то одну, то другую. Следующее упражнение – ножницы. Поднимаем ноги в воздух и скрещиваем. Следующие два упражнения, которые я вам покажу, я подсмотрел в тренировках Тома Харди во время его подготовки к съемке в фильме «Темный рыцарь. Возрождение». Вот, нам понадобятся тряпочки, которые позволят лучше скользить по полу, по плитке или по ламинату. И еще одно упражнение из арсенала Тома Харди. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. До скорых встреч. Пока.